Сегодня прошли последние игры первенства стран Центральной Азии по теннису среди юношей и девушек до 12 лет. В центральном корте прошли игры между юношами Туркменистана и Таджикистана. По итогу со счетом 3-0 победу одержала сборная Туркменистана. Мой соперник тоже очень хорошо играл, очень сильный был. Но мне игра понравилась, и я его выиграл. Для меня это было большим опытом. В соревнованиях среди девушек туркменские спортсменки тоже сумели обыграть соперниц со счетом 3-0. Команда из Кыргызстана смогла обыграть сборную Афганистана со счетом 3-0. Также узбекские спортсмены соревновались со сборной Казахстана. Выиграли теннисисты из Казахстана со счетом 3-0. Во второй половине дня состоится награждение победителей и церемония закрытия турнира.